путь был длинный. Я училась, искала себя, занималась своим развитием. Что я только не делала. Я и проходила разные курсы. И курсы актерского мастерства, и ораторского. И танцевала, и пела, и знакомилась, и организовывала игры, и вела сама игры. Вот, и нетворкингами занималась. Ну, в общем, я больше пряталась за кого-то, организовывала для кого-то, но меня не было, ну, меня не было, да, я была, ну, где-то за шторкой. А мне говорили: а почему ты прячешься, где ты? Я говорю: да вы что, да я не умею, я не могу, я не знаю, что я скажу, что я расскажу. И 2022 год, это был год моего падения. Вот, моего падения, у меня, ну, просто все полетело под откос. В 21-м году, в конце, я развелась с мужем после 20-летнего брака. Вот, у нас двое взрослых прекрасных детей, две дочери. Ну, это был мой выбор, это как бы, ну, это отдельная история. И вот с 2022 года сначала я начала, думаю, ну, что-то надо делать, что-то я искала, вот, искала что-то для себя. Я хотела очень помогать людям. И вот я начала работать со своим телом. Я на гвозди стала, больше часа простояла с запросом. Потом я моржую, я плавала, проходила турниры по зимнему плаванию, по 25 метров плавала в проруби. Вот. Потом я решила для себя, ну, я занималась еще йогой, решила для себя, думаю, ну, что-то мне нужно такое вот очиститься. Я ушла на 29 день. Вот. И вот с этого моего голода, когда я обнулилась, вот просто очистила себя полностью, я, можно так сказать, была на дне, на коленях. У меня не было доходов, у меня не было любимого человека, у меня, ну, не было работы, потому что в найм я не хотела идти. Вот. А так я не могла себя найти. Я искала, искала, искала. Но я искала, я всегда знала, что, ну, есть свет в конце туннеля, но я же зачем-то пришла на эту землю, я же уже победитель. Вот, и благодаря моим знаниям, ну, что вот я раньше вкладывала в себя, не жалела сил и средств, и ко мне пришла та самая моя любимая подруга, которая видела мое состояние депрессионное. Я не улыбалась, представляете, я не улыбалась. Я такая хохотушка с детства, и у меня просто закрылся рот, я не могла улыбаться. И мои глаза, ну, были только горе, вот, ну, никакой радости в жизни. И вот, когда я пришла в конце мая на такую тренировку, на нашу легендарную тренировку всего лишь на 10 дней, в моей жизни начали вообще происходить такие чудеса. Я уже после первого дня вышла на улицу, я прыгала, вот просто я шла, прыгала по улице, мне было все равно, едут машины, идут люди, а я прыгала, руки к солнцу подняла, я просто благодарила за то, что в мою жизнь пришел такой проект. Мне что Люда, что я. Плаксы, вот. И после этого, ну, когда я начала проходить уже четвертый день наше замечательное упражнение «Будьте здоровы», у меня нормализовался сон, у меня нормализовалось давление, вот, и у меня начала подниматься энергия. А когда у человека поднимается энергия, тогда приходят в жизнь возможности, да, и мы их видим. Они всегда к нам приходят, просто мы закрыты настолько, что мы не видим, ну, вообще, что происходит рядом. И вот именно тот момент, когда я прошла 10 дней тренировку, и я на этом не остановилась, как нам, я у Сергея Терентьева проходила, и как Сергей Терентьев всегда говорит: выполняйте все упражнения на 1000%, и тогда вас ждет ошеломительный результат. Я как прям с синдромом отличницы, я выполняла все упражнения на 1000%, пошла еще раз на тренировку к Андрею Акимову, к Сергею Терентьеву. А еще, ну, в один день я две проходила. Я люблю, чтобы меня вштырило, так штырило. Вот, я прошла еще две тренировки. Я прописала чудо-упражнение, что я счастливая, я любимая, я любящая, у меня прекрасная счастливая семья. И вы знаете,
Всего лишь через 2 недели прослушивания аудиотренинга в моей жизни появился любимый мужчина. И он просто прилетел ко мне за 5000 километров. Я живу в Белгороде, а он живет в Иркутске. Вот. И вот чудо случилось, мое желание сбылось, мой аудиотренинг сработал. И вот с этого места у меня началась, конечно, другая жизнь. Когда женщина влюбленная, когда она наполненная, когда все прекрасно, тогда вот это через эту любовь, через вот это счастье начинает сердце открываться, начинают ситуации просто по-другому. А люди какие у нас? У нас же здесь такие люди светлые, они такие добрые, такие прекрасные, просто солнышки яркие. И после 5 дней мой любимый уже был готов мне сделать предложение, но он мне сделал через месяц предложение, и вот в январе мы с ним уже поженились, и теперь я любимая, самая счастливая, самая яркая, обаятельная супруга своего величайшего короля, который меня поддерживает всегда во всем. Я очень его благодарю. Я здесь приобрела много друзей, я приобрела здесь много опыта. Я стала жить вообще другой жизнью. У меня столько теперь сил, все двери вот просто открываются, и финансовые потоки пошли, и друзья, и люди, и окружение. Ну вот просто в жизни все поменялось. Поэтому кто еще у нас здесь есть, и кто еще не проходил нашу легендарную тренировку, примите такой подарок от Вселенной, потому что не вы выбираете суперджамп, а вас выбирает суперджамп. И если в вашу дверь постучались, откройте ее, примите такой подарок. Он приходит не каждому. Многие люди не знают о нас и не слышали. И я, конечно, приняла решение, и мне мой любимый, мой Дед Мороз на Новый год подарил суперлицензию. Сказал, жениться так на королеве, лицензия так супер, да. И вот, и поэтому я, конечно, здесь строю структуру, и вот моя Людмила, моя величайшая легендарная королева, она мое солнышко, которое меня тоже поддерживает. Я благодарю всех людей окружающих, кто меня окружает. И вот у меня Людмила вчера стала суперинтеллект-тренером тоже, моя Максимова из Португалии. Еще у нас позавчера родился суперинтеллект-тренер. Мы на правильном пути. Вот. Мы летим к счастью, летим к процветанию. Я благодарю нашего замечательного, легендарного Владимира Викторовича Добконь. Он просто создал такую компанию, что никогда это не повторится. Здесь легко, просто, и здесь все по-честному, и не стыдно сюда приглашать людей, потому что знаешь, что есть результат, и будет результат. И люди не потеряют деньги здесь, да, как в финансовых компаниях. Вот, благодарю нашего Петра Силкина. Он просто величайший, каждый день как часы, в 7 часов утра, в течение нескольких месяцев. Он здесь, он зажигает, он улыбается, он дарит нам вот эту энергию, вот это счастье. Я благодарю Роберта Ра, нашу зажигалку, которая вот просто сияет, светится. Мой муж от него просто без ума, он говорит, я его обожаю. Роберта Ра, он просто вот в восторге, да, от этого мужчины. Также я благодарна семье Ивашко, как же я забыла, это же величайшие лидеры, они меня тоже всегда поддерживают, я люблю их, обожаю их семью, я равняюсь на наших успешных лидеров и победителей. Благодарю Сергея Терентьева, это наше солнце, это наш друг, это наш наставник, это вот просто любовь нашей структуры, он всегда с нами, всегда поможет, в любую минуту можно к нему обратиться. И, конечно же, я благодарна всей своей команде, те люди, которые меня слышат, которые за мной идут, это такое счастье, нести свет людям, дарить вот эту вот улыбку, дарить счастье, любовь. Я вас люблю всех. Я благодарю за предоставленное слово. Величайший, легендарный. Всегда помните, сегодня самый счастливый день в нашей жизни. И он никогда не повторится. Живите сейчас, живите моментом и радуйтесь. И радуйтесь всему, что происходит с вами. Обнимаю вас. Отпускаю Вселенную всю любовь.